have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки, и это Ragdoll, я бы сказал Ragdoll Mayhem, но они настолько здесь все обновили и поменяли, и теперь это Ragdoll Universe, да. И тут можно прыгнуть в Universe. А Mayhem, проголосовать за карту, я хочу вот эту. Mayhem это теперь один, пока что единственный режим игры, но... Офигительно обновилась сама менюшка игры, теперь нас не закидывает сразу в лобби, нас закидывает в меню, где можно выбрать кучу параметров. Само лобби тоже очень сильно обновилось. Эту карту, например, я знаю. Блин! Я как будто в Fortnite оказался, не надо так. Так, блин, на самом деле, ребят, так уж это, я по этой игре очень соскучился. Ау-ау-ау! Пока я целился, меня прибили. Было какое-то определенное время, когда мы здесь... О, тут с респауном, круто. Когда мы проводили здесь очень много времени, потом вроде как разрабы долго не добавляли обновы, потом обновы появились, но они сделали большинство матчей без респауна. Вот, а теперь, после того, как мы сюда не заходили, опять же, приличное такое время. Блин. Я отвык от здешней механики. Меня из Heavy Pistol убили, круто. Так, пробелом можно респауниться? Да, пробелом. Только, блин, нас не респаунит прямо в игре, нас респаунит в лобби. Ну, хорошо, мне это, в принципе, устраивает. Оу. Меня кто-то убил в снайперской винтовке, это не классно. Есть. Минус, чувак. Так, я могу тащить труп? Зачем? Я купил лесо. Молодец. Положи на полочку. Очень дорогое лесо. Как мне выкинуть... Пушку? Ай, меня мечом убили. Больно. Блин, я отвык уже полностью от этой игры. Она очень динамичная, очень такая безумная, очень крутая. Теперь я, вот, серьезно, мы не заходили сюда, наверное... Оу, чувак выиграл матч. Мы не заходили сюда, наверное, около года, может, чуть поменьше все-таки. Но здесь настолько все изменилось, разрабы настолько сильно поработали над игрой, над усовершенствованием. Я очень рад, что она оживает, она возвращается, потому что... Был некий спад, хочу вот эту карту, она прикольная, был некий спад в этой игре. Изначально она очень хорошо стартовала, было много людей, и было очень интересно играть. Потом была такая небольшая волна вниз, вот, но сейчас все выглядит настолько офигительно, настолько круто. Я очень рад, что игру не забросили, что ее делают, доделывают, причем в таких масштабах. Все офигительно. Ладно, Elimination. Ай, блин, это без респауна, кстати. Это последний в живых побеждает. Поехали. Ну и что? Все время кастомизировался. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, меня уже гасят. Блин, я даже пушку еще не подобрал. О, пушка, надеюсь. Нет! Что я кастомизировался? Я не могу пойти в бой. Ой, я кого-то убил. Ха-ха-ха. Да, я кого-то убил, круто. Я молодец. Минус. Ты же мой минус, стой! Да, ты мой минус. Двоих убил, круто. Так, я, короче, с этим, с Виктором, Вектором. Виктор Иванович. Нет! Меня оглушили и убили из шотгана в упор, ах ты ж мелкий. Ладно, я двоих успел забрать. Кстати, три человека на карте осталось. Довольно неплохо. Добавили такое количество оружия, плюшек новых, всякого такого. Честно говоря, просто сейчас немножечко в офигении того, что творится. Добавили просто дофига.
надо привыкнуть. Чтобы начать тащить, надо понимать, что творится. А пока не понимать, что творится... Фу, ну, только частично. Так. Кстати, три человека. Мы сейчас смотрим, вот у нас сейчас на экране как двое дерутся. Где третий? А, вон третий, вижу, вижу. Я очень рад, что оставили здесь ту же самую физику, которая была, ту же самую... Ну, то есть, почему это все называется Ragdoll? Потому что, ну, вы видите, как себя ведут модельки, и это очень круто. Вот, очень классно, что все так осталось. Ну, куда ты из базуки-то? Ну, блин, достань что-то автоматическое. Ха-ха, из дробаша, ага. Где? Следить, а ты в меню оказался? Я не знаю, меня просто в меню так и не выбросило. Я слежу прямо после своей смерти, я не переключался никуда. Я теперь слежу, я могу следить за всем. Вот, давай, следи. Интересно сейчас, кто выиграет. Да давайте уже, чё вы... Так, ладно, ребятки, этот матч закончился. Вот все голосуют за сарай, пойдемте посмотрим, может, что в сарае. Я уже не помню, была такая карта, не была такая карта. Давайте глянем. Давайте глянем. Это было бы интересно так. Кстати, а, теперь панч выглядит по-другому. Теперь у тебя такой прямо ха! Смотри. Ха! Как будто какой-то прием кунг-фу, прикольно. А я могу сделать бэкфлип. Тут же были подкаты, тут было куча всего. А, вот так, countryside, поехали. Deathmatch. Это с респауном, потому что most points, и за один килл тебе дают 100 поинтов, так что поехали. Так, быстро пушку мне, пушку. Да какого фига пушка взялась с первого раза? Это был мой килл, я в него два раза попал! Ты в меня попал два раза. Хорошо, я тебя поздравляю. Ты мог стать моим киллом, зачем ты убежал? Что это? Я вижу пончик. Эй, блин, мало того, что он у меня стырил килл, так он еще и меня убил. Такого фига вообще? Я чуваку на 50, блин, зарядил из винтовки. Ладно, поехали дальше. Да что у меня из ракетницы пуляет? Я горю. Гори! Эй! Как я неудачно-то приземлился, прям в воду. Хорошо, тут лестница есть. Так, пушка? Давай пушку. Револьвер, пусть будет револьвер, пусть будет что угодно, лишь бы оно стреляло. Хотя... Ох, на 60, неплохо. Дайте мне автоматическую! Как ты меня убил? Я был уже за преградой, ты чё, чувак, так не поступают. Я был уже за преградой, когда ты в меня стрелял. Меня взяли красную пушку, офигенную, классную и красную пушку. Так, грена не взялась, я себя поздравляю. Опять охотничья винтовка, мне не нравится. О, давайте хотя бы скорпиона, что ли. Ой, я в кого-то попал! Минус! Нет! Меня тоже минусанули. Я хоть кого-то смог убить наконец-то, а то я только одни ассисты кидаю. Ну не то чтобы ассисты, тут нет ассистов. Вот. Тут фишка в том, что ты кого-то поднакоцал, вместо тебя его убили, и он подсосал твой килл. И все. Парень... Тут наконец-то я свой килл сделал. Ура! Парень на пушке летает. Он летает на пушке. Я его поздравляю. Летает на танк. Да ну нифига себе! Ты из тяжелого пистолета раздаешь. У него 28 жизней осталось. Ну вообще, да, на самом деле темп просто офигительнейший в этой игре. Надо очень сильно привыкать. Особенно, ну, я такой темп могу сравнить, наверное, с... С Апексом. То есть, в каком онлайн-шутере есть еще... Есть, я его убил. Только меня не трогай! Постоянно дают ачивки в виде того, что вы получили новое оружие. Ау. Меня постоянно из тяжелого пистолета выносят. Я получил ассист, как я убил тебя. Блин, тут раздают ассисты, серьезно?
Так, у меня 2 килла, я вообще каких-то ничтожных 2 килла, я сейчас там буду на 350 месте, после всего, что здесь происходит. Кто это понастроил здесь? Эй, я тебя вообще не видел. Ты что делаешь? Ху-ху, летаю на пушке. На пушка. Только не воду. Чем тут подлечиться можно? Тут аптечки есть, и еще можно 10 газировки для подлечения. Блин, у меня было 2 хпшки, я успел чувака вальнуть с 2 хпшками. Неплохо. Так, да, короче, да, просто пробелом, респаун пробелом, нормально. Ай. Ау. Фишка в чем, что тут валяются незаряженные... Ой, скоп субмашин ган, не хочу. На самом деле. Валяются незаряженные пушки. То есть, кто выронил с половиной обоймы, так и ходи с половиной обоймы. Типа, нафиг тебя. Офигеть! Сколько в него надо было попасть? Я же стреляю из машин-гана. То есть, это же была винтовка. А, я живой! Фига себе! Меня просто выкинуло. Я думал, меня убили уже. Так, заряжаемся. Да кто стреляет в меня? Вы достали стрелять в меня? Я должен быть живым. Живее всех живых. Так. А, да, мне ассисты дают, прикинь. Это тоже, видимо, какие-то очки засчитываются. Ну, встаньте! У меня есть ракетная пушка. Все, встаньте от меня. Офигеть, я его не убиваю, я попадаю в них. А, Captain for Gamer побеждает. На каком я месте? Я еще и на 4-м месте с 3 киллами. У чувака 24 килла! 24! Ты посмотри, пол сервака вообще никого ни разу не убили. Чувак убил 24 человека. Это что вообще такое? Это везение. Он, наверное, кидал гранаты постоянно. Я так думаю, да? Да ну нифига себе везение. Дайте мне 2, пожалуйста. Заверните 2. Так. Кстати, ребят, то, что вот на нас находятся снежные скины и всякое такое, как раз подтверждение того, что мы сюда заходили последний раз, наверное, зимой. Так что, да, довольно неплохо. Прошло времени уже, но я очень рад, что здесь все стало настолько круче, настолько лучше. Я думаю, теперь сюда буду заходить. То есть одно время я просто немножечко разочаровался, что все не так, как раньше, начал ныть и всякое такое, перестал заходить. А сейчас я, наверное, сюда буду заходить гораздо почаще, потому что тут такая веселуха творится. А что, уже прыгаем? Да, уже все, уже вылет. Меч! Мечи! Канистра с бензином. Ау. Я должен кинуть канистру куда-то. Срочно. И мечом ее подпалить, главное. Да. Блин, тут одни мечи. Я кинул тебе канистру. Молодец, ну ты промазал. О, ну ты получил 13 урона. Нет. У меня, мои 58 жизней также при мне и остались. Нет, я скоро потону. А, канистра. Блин, я хочу подлечиться! Муха-ха! Да, ну... Я банку пил! Ты еще и банку мою забери сейчас, ага! Муха-ха, иди сюда! Ты куда делся? А! Новая карта? Да. Это было до последнего игрока? Ты что ли победил? Да, я победил! Офигеть, у меня 2 килла было, вообще-то. Такой, смотрю, теперь от третьего леса, ты только веришь газировку, и я такой, ха, знаете, с мечом. Неожиданный сюрприз. Не сюрприз, я неожид. Deathmatch, поехали, это с респаунами. Не знаю, мне с респаунами как-то немножечко поинтереснее, потому что тут начинается реальное безумие. Я сделал сальтуху, как только я упал. Молодец. Где я? Кто я? Зачем я? Куда я попал? Я 2 раза очень сильно радар? Прыгнул. Радар? Новая пушка, новая пушка.
Кто в меня уже стреляет? А какого же фига? У чувака 15 жизней осталось, серьезно? То есть я в него стреляю из тяжелой винтовки, он меня перестрелял из чего-то другого. И, ну, я понимаю, что у него осталось 15 жизней, но черт побери. Так, вот, это мое прошлое место смерти. Кстати, мои пушки позабирали. Эх вы. Я тебя вижу. Я тебя поздравляю. Да умри уже. Да не... Не бегай уже. Черт. Ну иди сюда, иди сюда. Это была эпичная дуэль. Ай-яй-яй, блин, меня... Меня кто-то расфигачил, пока я радовался. Поехали. На самом деле, знаете, это очень прикольно. Ну, то, что респаун теперь проходит через... Блин, о, это вектор, то, что мне нравится. Респаун проходит теперь через лобби, потому что, ну, допустим, ты такой... не можешь играть там, допустим, или тебе нужно паузу нажать, и все, и на тебе не будут... Кто? Так, ты идешь, до свидания. Блин, тут раньше как-то можно было проще подлечиться, какого фига? Не бей меня! Даблкил! Я тебя убил второй раз, что ли? Да. Ну-ка, если сделать сайту, прям вот тут мой вектор должен валяться. Отдайте вектор. Да не это. Вот, короче. Нет, это... Дай! Колеска, помоги! Кто мою коляску уничтожил? Не стреляй по мне. Да я не по тебе стреляю. Я по... Лиза ГНВВ, вот этому стреляю чуваку, не знаю, он что-то очень такой... Я его почти убил, у него 15 жизней осталось. Даже 24. Так, пушку мне. О, стой, это ППХ? Ой-ой-ой-ой. Почка! Нужно подождать, чтобы кинуть ее куда-то. Эту почка? Почку. Да, почка. До свидания. Бочка с медом. Блин, оно по 8... Спасибо, чувак. Я это очень оценил. Я убил чувака килами, еще я получил рект над каким-то чуваком, да. Газовая граната токсичная. Очень токсичная? Да, очень токсичная. Очень граната. На тебя очень много. Стой! Иди отсюда! Нет, не трогай меня! У меня моя пиратская пушка была! Блин! У меня осталось две жизни, меня это опять вот это... Чепукабра убило. Так. Автомат с газировкой, бочка. Пулемет с газировкой. Если... Я чувака застроил, тут есть такая штука, как мастер... Блин, у меня 6 хп осталось. 2 хп, серьезно? Я гореть могу? Ну, черт, ну меня убили. А ну стой, иди сюда, я за тебя с кулаками иду, стой. Каким образом ты дотянулся, что за руки жирафа? Дабл килл. Сколько у тебя киллов? У меня, я не знаю, я не хочу открывать таб. Да не таб, сверху у тебя в менюшке. Сверху в менюшке я не вижу, а? Что это было, как я перепортнулся? Какого фига? Кстати, я чуваку на 40-то попал, у нас ракет ему влетело. О, ассист мне дали, ха-ха-ха. Трипл килл. Нас 5 человек на карте. Ну, не знаю, дайте... Ну, понятно, он выиграл, да. Так, а чё? А, да. У меня второе место, у меня 4 кило, у тебя 4 кило, и у него 8 килов. У меня тут почти самый большой левел.
54-й карл. Так, ладно, ребятки, наверное, на этом тогда пока что все. Это очень затягивающая, очень веселая игрушка. Наверное, на этом мы пока остановимся. Хотя я уверен, я сюда чуть позже еще вернусь, чисто поразвлекаться, поиграть. И вам очень советую. Тут было очень круто, стало просто невероятно круто. Поэтому мы вам рекомендуем. Все, ребятки, на этом сегодня все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек! И всем покеда! Всем покеда!